Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Бинду Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Жану Самаюктам Бинда Банам Манухарам Ванчакалпатарувашчакипасиндупевач Патитанам Павоне Бхавайшнавибхьо Намо Намаха Мукхам Кароти Вачалам Пангунглам Хетгирим Яткипатамахам Ванде Парамананандамадавам Бриндавай Тулсидеввай Пиявай Кесавасача Шна Бхакти Паде Деви Сатва Ваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскитта Нарунчайва Нараттама Девин Сарасватин Вясам Тато Жайо Мудире Чанкиртане Кришна Катхупадеша Гаурия Патрасья Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагод Баруньо Дхейям Сада Парибхавагнам Авишчадухам Тетхас Падам Сива Виринчинутам Сараньям Виттаттихам Панутапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарунаравиндам Ят-пада-паллава-накачандамани чатай Виспуржитакмапикапавадушвадарш Пурнанурагра-сосагра-сарамурти Сарадхикамайкадакифамкароси Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта-гададхара-сива-сади-гаура-бхакта-бинда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Аджануламмито бхужоу канука бодато Санкиртаной капитаро камала ятакшо Вишамбароу диджабароу джугадхарма палоу Банде джагат приякаро каруна бхатаро Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе, Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дибхарупам Бхуктин ча муктин ча тада синитам Бхавану рупе на сада наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вибуши тобам бхагам Нараяно прияманонго мада пахарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Вагиша Джуша Вадане Лакшмир Джашача Вакшаси Джасьясте Хиде Самбихит Там Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе.
тинкин дишвахам му садхунам, видушам ким апекшитам, ким акарьям кадарьянам, ким дустаджам дхитатманам. Гаурия Гоштхипати, Срисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру said that, actually, we are really interested to get the lotus feet of Guru Vaishnava Bhagavan, to test it. Bhagavan sending different kind of... Гуджи Шипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что Бхагаван посылает множество испытаний, чтобы проверить нас, хотим ли мы обрести лотосные стопы Гуру Вайшнавов и Бхагавана или нет. И чтобы проверить, испытать нас, Бхагаван посылает нам множество испытаний, множество ситуаций, в которых выяснится, оставим ли мы Гуру Вайшнавов или нет. И вот Майя, она испытывает нас, но признак, если мы посмотрим на чистых Гуру Вайшнавов, посмотрим на их глаза, то в их глазах не будет страха. Любая ситуация, в которой бы они ни находились, даже в тюрьме, они не боятся, повторяют святые имена там. И вот Шастра говорится саду, в какой бы он ситуации ни находился, он ничего не боится. Это признак подлинного саду. Те, кто не развили такое шаранагати, они боятся. Они теряют интерес к служению. И таким образом они постепенно отклоняются от пути. Любое количество проблем саду может потерпеть. Те, кто те, кто имеют крепкую веру в Нитянанду, они всегда спокойны вне зависимости от любых ситуаций. А люди, которые не предались, постоянно чего-то боятся. И поэтому я хочу попросить их и вот все проблемы, которые возникают, сампрадай, те люди, которые боятся решать их, и моя просьба как-то... не имеет никакой связи со мной. Вот как Васудевдата, он хотел взять на себя грехи всех джив в этом мире. Он сказал Махапрабху, о, Махапрабху, дай, они так страдают. Почему бы тебе не дать результаты всех их грехов мне, чтобы я страдал за них, а их спасти? Махапрабху засмеялся. Это не странно для тебя, поскольку ты подобен Прахлад Махараджа. И вот, естественно, любые проблемы, которые встречаются на пути. Ты хочешь спасти всех, но Бхагаван Си Кришна, он не слаб. Ему не нужно, чтобы кто-то за него что-то делал или брал какие-то чужие грехи на себя. Нет, твоего желания более чем достаточно. Кришна услышит его. И Кришна спасет их. Не беспокойся.
Махапрабху привел пример с деревом инжира, как инжир, когда он растет на дереве, там в этих плодах множество косточек, и когда он спит и падает на землю, то множество семян находится в этом плоде, они подобны, ну, сравниваются с брахмандой, что в брахманде множество других этих существ. Те, кто такие, как Камса, Тринаварта, Джарасандха, Равана, такие демоны, они опасны. Что можно ожидать для них? И что можно ожидать от них? Глупо что-то просить у них. И вот Шрила Прабхупад говорил, внешняя одежда не столь важна. Можно видеть множество демонов, носящих одежду саньяси и прочих отреченных, ну, как Равана и прочее. Но гораздо важнее на наше желание служить, сколько мы готовы сделать для настоящих гуру, вайшнавов и Бхагавана. Те, кто всегда памятуют о Бхагаване, они спокойны. Никакие беспокойства не беспокоят их, и поэтому они очень умиротворены. И настоящие святые всегда думают о благе всех живых существ, думают о нем, что же сделать, чтобы живые существа обрели подлинное благо. Whatever you like to do, their heart is balanced. Now, not feeling. Because they believe everything going to happen by the desire of soul. Everything going to happen by the desire of soul. Саду не знают, что все прямо или косвенно, все случается по воле Верховного Господа. И поэтому они всегда заняты служением. Это
И вот Шри Рамачандра, Верховный Господь, Он олицетворение справедливости, морали. Но от Кришны мы не можем ожидать справедливости, как ни странно. Он Верховный Господь. Бхагаван Шри Кришна, Верховный Господь, да. Свайамруп Бхагаван, а Рамачандра аватара. Можно ожидать справедливости от Рамачандры, но нет Кришны. Почему? И в этом секрет нашего Гауди Баджана. Если мы будем ожидать справедливости от Кришны, то нельзя сказать, что мы Гауди. Кришна может делать все, что угодно, отправить нас в тюрьму за то, что мы говорим абсолютную истину, чтобы проверить меня, могу ли я страдать за него или нет. И это зовется Кришна. И поэтому Махапрабху сказал в последней шлоке Шикшаштаке, абсолютная истина, она не для всех, не все могут выдержать ее испытаний. То есть на пути к абсолютной истине есть множество испытаний, не все могут ее выдержать. Рамбаджан и Кришна Баджан — это разные вещи. В Рамбаджане мы можем увидеть Дашаратха. Он исполнил свое обещание и отправил Рамачандру в ссылку в лес Дашаратха. Он дал слово, и поэтому вынужден был отправить Рамачандру в лес. Хотя это его сын, ему было неудобно, но все же, чтобы слово свое не нарушить. Но в Кришна-бхаджане наоборот. Васудев думал, что Кришна, он восьмой ребенок. Чтобы спасти Кришну, он обманул Камсу и унес его в Гакулу, и в этом разница между Кришна-бхаджаном и Рамбаджаном. Наш Васудев Махарадж даже готов свое слово нарушить ради Кришны. Кто-то может говорить какую-то философию, какие-то шлоки запоминать, но это не случай с чистыми гуру вайшнавами. А настоящая харикатха и запоминание чего-то — это разные вещи. Но для гуру вайшнавов харикатха — это их жизнь, которая не отлична от Шрилы Прабхупады, их харикатха. И вот Васудев, он был готов отправиться в ад из-за того, что нарушил слово ради Кришна Севы, но Дашаратха не был готов ни к такому. Как? Если кто-то думает, что Вьясадев он имеет какую-то узколобость. Почему он пригласил всех? Вьясадев приглашает всех. Приходите, мы можем
делать все вместе, и я, сидя на Вьясасане, тоже обещаю, приглашаю всех тех, кто понял меня превратно или думает, что я их враг, я их тоже приглашаю, их вызываю к именам Нитянанды и Гуранги. Приходите и посмотрите, есть ли какая-то враждебность в моем сердце или нет. Я готов обнять каждого, кто готов совершать Кришна Баджан. В этом главный идеализм, как Нитянанда Прабху. Я продан вам. Вот Нитянанда говорит, если вы совершаете Гура Баджан искренне, то я буквально готов продаться вам. Я думаю, день и ночь, те, кто думает обо мне как о своем враге, я прошу Бхагавана спасти их. Они заняты какими-то сектантскими мыслями, любые преданные с любых стран, те, кто совершает Гаудия Баджан, я готов принять их. И я думаю, что хорошего я могу сделать для них. Бывают у кого-то какие-то сектантские настроения, которые мешают совершать настоящий Хари Баджан. Не все могут понять, что они обмануты своим гуру. Или своим обществом. Не все могут понять. Если в вашей жизни абсолютная истина – это единственная цель, то почему вы боитесь принять? Почему? Поскольку ваша цель… Нет такой цели – принять абсолютную истину, ваша цель – что-то другое. И какова ошибка Прохлад Махараджа, что Хиранья-Кашипу хотел его убить? Или проблема Харидас Такура, что так много испытаний выпало на его голову, и хотели, почему его отправили в тюрьму, потому что он хотел утвердить абсолютную истину. И поэтому справедливость в этом материальном мире глупо искать. И вот. У людей неправильное представление. Даже Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати, если он явится сейчас в наше время, то и он вряд ли сможет исправить ситуацию. Но самое главное, если кто-то нападает на Шрила Прабхупаду, ему лучше дважды подумать. И вот можно видеть, как дети иногда играют в игрушки. Бывает, им надоедает, они разбрасывают свои игрушки и уходят. И также многие люди вроде совершают Хари Баджан, потом им все надоедает и заканчивают. И опять же, не у всех в жизни цель совершать Хари Баджан. You are playing with absolute truth.
You are playing with Guru Vaishnava Bhagavan. You are playing. So your condition is very, very dangerous. More dangerous than our political leaders. External victory is not victory. You ask yourself, внешняя победа, но не всегда победа. И вот в своем детстве я читал какую-то историю. И вот была одна вдова. И вот она осталась с маленьким ребенком. И вот она познакомилась с какой-то другой вдовой, дала ребенка ей на воспитание, сама пошла на работу. В общем. И вот потом она вернулась через какое-то время. Это ее другая вдова, которая заботилась о ребенке, заявила, что это ее ребенок, а не ее, Поэтому кто там, родственников не было, деревья отдаленные, народу мало там было. В общем, свидетелей, чьи ребенок не было. И вот они начали спорить. Это настоящая мать, говорит, мой сын, отдавайте назад, я вам на время его дала. И вот что же делать? Кто рассудит их? И вот последний к царю. И царь послушал их аргументы. А ребенок достаточно мал был, чтобы что-то сказать, поэтому толку спрашивать не было его. И вот царь решил, ну, спор не закончится. Хорошо. Раз вы заявляете, что это сын ваш, что я могу сделать? Вот взял саблю, и я его поделю пополам. Половина одной пойдет, половина другой. Как вам такое решение? И настоящая мать сказала, не смейте, лучше отдайте этой другой женщине. И царь понял. Вот, и теперь понятно, чей это ребенок. И отдали ребенка настоящей матери, поскольку настоящая мать, у нее есть чувство к ребенку внутри ее сердца. У нее есть связь с этим ребенком, так и у нас. Если у нас нет связи с Гауди Матхом, то мы не чувствуем. Ничего. But Bhagavan can file one case against you. Be sure.
in Vyasasana I promise you. Such a case that you cannot never go out of that. Be careful. So it is Hari Bhajan. We are not playing game. We are now at present playing a nice game. Bhajan Bhajan game. Bhajan Bhajan game. Like a small bhajan, hide and seek. Our bhajan, I promise Chaitanya Bhagavata can speak. And if I am speaking lie, I can die today night. We are playing like a small boy, we used to play hide and seek. This is kind of game. This game, not hide and seek. This is not hide and seek. This is one kind of game. Very okay, okay. So anyway, but those were actually... Для некоторых Харибаджан подобен игре в прятки, но... Те, кто по-настоящему совершают харибаджан, они не думают, что у них есть какие-то враги. И вот настоящее настроение преданных, которые поклоняются Рамачандре, каково их настроение? Те, кто совершает баджан Раме, они вот говорят так. Вот это, с эти строки написал Туласидас и царь Дели пытался его наказать за то, что он повторял имена Рамы. Тот приказал его оставить повторение имен Рамы, иначе тот его убьет. Тот сказал, не может оставить повторение имен Рамы. Если даже разрубить его тело на куски, все равно каждая часть его тела будет повторять имена Рамы. И также я. Все части моего тела будут повторять имя Шрилы Прабхупады. И вот там Хануман явился и наказал всех. Сам он не пришел, но в форме множества обезьян. Он пришел в царский дворец. Такие сильные обезьяны. И в Айодхе тоже подобное случилось. И вот когда Айодхе, Рам Мандир в Айодхе, он строился, там и процедура призывания божеств происходила, там тоже множество обезьян пришло посмотреть. Не все понимают, что я ваш, что я их благожелатель. Кто-то находится под влиянием какой-то иллюзорной силы, но в тот день, как вы поймете, некоторые теряют возможность обрести связь с абсолютной истиной. Харидас Такур, он отправил, его посадили без всякой причины. Он повторял там святые имена, думал, хорошо, никто не будет беспокоить меня, но Туласидас пишет. И вот он на Митхиле писал, что я весь мир, я вижу, как Раму и Ситу, куда бы я ни шел. You give all responsibility. Whenever anybody coming to me, the
И вот Тулсидас говорит: куда бы я ни смотрел, я вижу Ситараму, Раму и Ситу. И поэтому, вне зависимости от касты, убеждений, страны и всего остального, всем я выражаю свое почтение, сложив свои руки. Это настроение. Это мое настроение. Но не, опять же, не все могут принять мое предложение, поскольку у кого-то сильные предубеждения, и поэтому сложно их переубедить. Если наш Рамануджа-ачарья он отправился, когда в Сарадапит, чтобы взять Бадайан-башу, но они не были готовы ему дать, и вот Нарисимхадев явился и дал Бадайан-башу в руки Рамануджа. И вот они взяли ее. И отправились назад, тут за них 4 или 5 разбойников послали, и, ну, пока они догнали. Вот через месяц эти разбойники их нагнали, отобрали Бадайан-башу. Но к тому времени Куреш, он в процессе читал эту Бадайан-башу, заполнил ее наизусть. И Рамануджа-ачарья очень опечалился, но Куреш сказал, что не нужно беспокоиться, я запомнил наизусть ее. И вот Махарадж написал около 90 книг, ну, в процессе. Некоторые не опубликованы, так практически 90 книг написал, но все эти книги без копирайта, поскольку я думаю, что распространение знания хорошо, даже если кто-то возьмет идеи из этих книг, не упоминая моего имени, это тоже хорошо. Или если кто-то мои книги перепубликовывает под другими именами, я тоже не возражаю. Главное, чтобы идеи распространялись. Your whole life, from your birth, you never met with one person.
show there was written that it is restricted, you have to take permission before. What? Very clever. If I cannot take, how it is comparative statement? Copyright man, I am going to take copy something and going to earn name and fame and money and put in. I am not doing for comparative statement. I need the statement of Shankaracharya. I need the statement of Bhaskaracharya. I need the statement of Ramanujacharya, Madhvacharya. So if you think it's a copyright, what do you mean copyright? Actually, no. You have no common sense, I think. Yeah. No common sense. So, I can see everywhere Nityananda Prabhu. И вот я вижу везде Нитянанду Прабху во всем бесконечном мире. А мы подобны малым насекомым в этом мире, а очень малы относительно всего мироздания. This is your position, and this is my position. So we all depend. И мы все зависим от Нитянанды Баларама, от Ананта Дева. Мы находимся под контролем Ананта Дева и посмотрим, есть ли Ананта Дев или нет. Both possible for me. You can write on stamp paper, I can sign. To speak Harikatha in front of thousands of people, or to go in Vrindavan, do Parikrama, do Hari, all same for me. You like to test it? Because they are getting advantage. I am not speaking. They are going to most of the at present this is the condition. И для меня нет разницы говорить харикатху перед тысячами слушателей или совершать баджан во Вриндаване, в уединении. They are traveling here and they hear and they open the Harikatha, they memorize and speak Harikatha. They are taking advantage. I never speak they are copyright my head. Некоторые люди слушают харикатху мою и потом пересказывают своими словами. Я не возражаю против этого даже. I find that the man who wanted to cut my throat is here. Memorizing my Harikatha, he is in bathroom, latrine. Memorizing and in the afternoon time he can speak Harikatha. Same thing. Mm. So they can open internet. Вот однажды Махарадж как-то мимо проходил человека, который его как бы очень сильно недолюбливает, но заметил, что тот его харикатху слушает, тем не менее, хотя недолюбливает. Ну, то есть кто-то внешне может быть врагом Махараджа, но тем не менее харикатху слушает. Очень часто. В наших храмах должны быть преданные, а не какие-то хулиганы. So devotee you cannot make. He makes some hooligan, this, that, you can do. Hiranyakasipu could not go exceeding the limit waiting for him. Hiranyakasipu не мог потерпеть. That was the final result of Hiranyakasipu. В общем, не смог он чего-то потерпеть. Но, скорее всего, прохлада, когда тот начал говорить про Вишну, это уже перешло все границы для Хиранякашипу. Гуру Махарадж выражал почтение всем, вне зависимости от их положения или от происхождения. Not that I am feeling angry. I am feeling okay.
You can go on publishing all the important articles of Prabhupada, Keshava Maharaj. Go on publishing. Don't speak anything, let them die. I wanted to find some solution. И вот мы должны вспоминать, публиковать статьи со времен Шрилы Прабхупада и Бхактивинода Такура и Саджана Тошини и прочих журналов того времени, чтобы люди знали факты. И вот Сита Деви, вопрос такой был о целомудрии Ситы. Поскольку она была забрана Раваной в Ланку, и Рамачандра, что ему было делать? Эти люди в стране требовали доказательств ее целомудрия. Ну, Рамачандра сказал, хорошо, докажем. И вот организовали ягью, и ситу попросили войти в огонь. Если бы она целомудренная, то огонь ее не сожжет, а если нет, то, то такие надо. И вот она вошла в огонь, огонь ее не сжег, целомудрие было подтверждено. Ну, народу было мало этого, сказали, опять хотим проверить ситу. Ну, сити это уже надоело, эти проверки постоянные. И кто-то может запомнить какую-то философию, но осознание этого — это разные вещи. Понимание от запоминания отличается. То есть можно говорить слова, не понимая их смысла. Без милости Гуру Вайшнавов мы не можем понять. И вот Сита Деви после очередной проверки на целомудрие ей это надоело. И И, в общем, решила она скрыться из этого мира, и вот земля разверглась, и сита она вошла в эту трещину и оказалась на Патале. И вот и так, видя наше лицемерие, Шрила Прабхупад, он хотел уйти из этого материального мира. Что я буду делать здесь? Все чистые гуру вайшнавы, они хотят уйти из этого материального мира в виде нашей лицемерия. И вот настроение Майявади в том, что они хотят убить Кришну или преданных Кришны, или Шакти Кришны. Равана хотел похитить Сваруп Шакти Рамачандру. Это невозможно. Равана хотел похитить Сваруп Шакти Рамачандру, и в этом его глупости. И вот если кто-то хочет похитить Шакти Бхагавана, то такой человек в Майявади, или кто-то хочет оставить Шакти и избавиться от Бхагавана, то это тоже Майявада, как Камса или Джарасанда. Если кто-то хочет стать Майявади, то что с ним делать? Действия некоторых людей подтверждают, что они Майявади. Кто-то боится абсолютной истины, говорить об абсолютной истине.
Шрила Прабхупад говорит, абсолютная истина никогда не может быть убита силой или еще чем-то, она не может быть остановлена. Абсолютная истина — это нечто другое. И вот Сита-деви, она хотела уйти из этого материального мира. Шрила Прабхупад Бхактивинода Тхакура — это Сварупа-шакти, их чистая вайшнава. И они Сварупа-шакти Бхагавана, Гуру Прасада. И вот Рамачандра, он Марьяда Пурушоттама, олицетворение морали. Сита, и он принял обет в своей жизни, что у него будет только одна жена, хотя по ведическим традициям жен много. И вот Рамачандра, когда его Сита ушла, то он каждый раз они делали золотую Ситу, призывали жизнь в нее, поскольку без Ситы он не мог совершать ягью. И вот времени мало, поэтому буду кратко говорить. И вот обычных людей неправильное представление о том, что Рама Сита никогда не была похищена Раваной. Равана даже не мог видеть Ситу, настоящую Ситу, не то что похитить. Поскольку, чтобы видеть Ситу, сердце должно быть полно преданности. А как какие-то демоны могут видеть ее. И вот в Рамаяне, с одной стороны, написано, что Ситу похитили, а с другой Курма Пурани Махапрабху показал свидетельство. Оттуда там говорится, что Сита Деви Сварупа-шакти Рамачандры, она не была похищена. Махапрабху доказал перед Рамбаджи Вайшнавом, ну, чтобы не беспокоился, что Ракшас прикоснулся к ее, к его поклоняемой Сите. Нет. Смотри, в Южной Индии, в чистых реках, и вот Махапрабху, сидя на берегу чистой реки, он показал, смотрите, брахманы обсуждали Курма Пурану. И вот там описывалось, что Сита Деви не была похищена на самом деле. Она хотела обмануть Равану. И он похитил тень Ситы. В трансцендентном мире что такое тень? So shadow in the sense that it is not real. I mean, sketchy. So Sita Devi took. И вот Сита Деви приняла прибежище у Агнидева, у огня, и когда Агавана пришел похитить Ситу,
Сита позвала Бога огня, чтобы тот помог ей. И вот Сита пошла в этот огонь, и она была перемещена на Агнилоку. Ложная Сита какая-то была отдана Раме, чтобы он ее похитил, и таким образом, чтобы сделать Лилу более насыщенной. Такое происходит. Чтобы Рамачандра мог собрать армию, напасть на Ланку, победить всех там. И вот чтобы что-то сделать, нужны причины. И вот это послужило причиной для дальнейших действий. В итоге Равана был убит, и после этого Рамачандра спас Ситу с этого. Ну, с этой Ланки. И вот в Рамаяне более подробно рассказывается об этом. Равана был очень жаден. Ну, хотел наслаждаться Ситой, но Сита Сварупшакти — это невозможно. И Ситу поместили там в Ашаканан. Равана приходил к ней, предлагал что-то, замуж предлагал, и говорит, что Рама какой-то нищий, посмотри, насколько я богат. Сита Деви ничего не ответила. Или он пытался угрожать ей, но Сита Деви не боялась. Вокруг были ракшасы, охранники, чтобы ее не выпустить. И Хануман, когда отправился туда, он прилетел в форме мухи. Ну, мухи, в смысле, летающего существа какого-то маленького. И вот он сел на ухо Ситы и сказал, что я здесь пытаюсь организовать твое спасение. И вот Хануман был очень хитер. Он взял кольцо. Который носил Рамачандра, показал Сити, чтобы доказать, что я его посланник. Когда Хануман начал сжечь Ланку, это не ответственность Ханумана, поскольку Раван хотел убить Ханумана. Он привязал горящую тряпку ему на хвост. Хануман подумал, что можно... Он хвост свой увеличил в размерах, начал этим хвостом поджигать все вокруг, пока не сжег всю Ланку. Но все же после этого Хануман сказал, я ничего плохого не сделал. Я всего лишь служил Раме. И вот те, кто умны, как Шрила Кешава Госвами Махарадж, они все связывают с Харибаджаном, даже с судебной тяжбой, но обусловленные души не могут этого сделать. Как они связать даже судебные тяжбы с Кришна Севой?
Так или иначе, Сита Деви после победы, она вернулась назад на колеснице из цветов в Айодхью. И после этого много чего произошло, но времени мало все рассказывать. И после вопрос возник от имени всех этих жителей местных, была в лапах Раваны. Как она может быть целомудрена? Пускай докажет. Еще там два ребенка родилось в ашраме Вишвамитра. Ну, в общем, вопросов много. Но так или иначе, сейчас мы переключаемся на следующую тему. Джанави Такурани, жене Нитянанды. Сегодня также день ее явления. И вот Джанава Деви Такурани. Она. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, молится ее стопам. Это Сиддханта Гауди, те, кто настоящие Гауди. И вот так и иначе нас Шрила Бхактивинода Тхакура пишет. Принятием прибежища у ее лотосных стоп мы можем пересечь этот материальный океан очень просто. И в этом Сиддханта Гауди. И поэтому Гауди, они не чувствуют никаких проблем. Шрила Бхакти Валабха Тирта Госвами Махарадж тоже сказал, что же делать. И вот та шлока, с которой начал, она сказана Шукадеве Госвами о настроении, великом, великолепном настроении Васудева. Это естественно, что один, и вот смотрите, у него дети рождались, и он дал слово Камсе, чтобы будет отдавать их ему, Камсе их убивал. Но и вот на свадьбе тот Камса был приглашен в качестве кучера. И вот он там вел колесницу. И тут голос небес раздался, что «Эх ты, ты тут прислуживаешь этой девоке, а не знаешь о том, что ребенок, которого она родит, убьет тебя». И вот Камса подумал, что хорошо бы ее убить, выхватил саблю
И тут Васудев подумал, что она моя жена, ее нужно защитить. Поэтому попытаюсь. И вот Васудев говорит. От Камсы защитить ее сложно будет, но, по крайней мере, попытаюсь привести ему какие-то аргументы. И вот Камса был готов убить и свою сестру, и Васудев сказал со сложными ладонями: «О, Камса, смотрите, ты великий герой. Во всем творении тяжело найти подобным тебе, если ты убьешь свою сестру, что люди скажут о тебе. У тебя такая слава, такая сила, все уважают твое положение. А если ты убьешь сестру, кем ты будешь в глазах людей? Подумай об этом. И тем более в день ее свадьбы ее убить совсем плохо». Ты будешь опозорен на всю жизнь. Действительно. Что же делать? И Васудев сказал: «Ну, поверь мне, я честный человек, я обещаю тебе, не бойся». «Тебе не нужно бояться, Деваки, тебе сказали, сын убьет тебя, а не она. Но я обещаю тебе, если сын родится, я передам его тебе. Веришь ли ты мне?» «О, хорошо, поверю». И вот тот аргумент. If the case is out of my hand, nothing to do. Then Bhagavan Nityananda, Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, they cannot help me respond. Because I can say at least I have tried my best. Nobody wanted to cooperate, no acharya, nobody in the world. Я также пытаюсь сделать что-то хорошее, но мало кто пытается помочь мне. Наоборот, пытаются мешать только. И вот я также, как и Васудев, пытаюсь защитить наше наследие, нашу идеологию. Я думаю, сегодня или завтра я стану успешен в этом. И это мое решение. И вот Джахнава Такурани, Нитянанда Шакти, Ананга Манджари. Она младшая сестра Радхарани, без Ананга Манджари. Она последний год, когда совершал парикраму, внезапно видел Гириаджа, поклонился ему. Как он там появился?
Гирирадж, я взял его. Я думаю, Джахнавата Курани послала его мне, и вот взял его. Гирираджа. Служить им я не могу, только воду предлагаю из-за отсутствия возможности. И вот она не отлична от Шримати Радхарани, хотя внешняя ее младшая сестра. И вот всю Кришна Лилу можно видеть. Джахнави Такурани и Васуда. И где-то говорится, что Джахнави старшая, Васуда младшая. Где-то наоборот говорится. И вот Джахнави Мата Такурани, она лучше из Ачари. Так много вещей я хочу сказать, но времени мало. И вот она представитель нашего Гауди Вайшнавского общества. Если вы думаете, что она женщина, это неправильно. Она Сваруп Шакти. И вот Гауди Дас Пандит и Сурья Дас Пандит. Их шесть братьев было всего. Два главных, из них главных Гауридас Пандит в Калне, Сурьядас, ну тоже где-то оттуда. И вот Сурьядас Сахар, его фамилия. Он работал бухгалтером царя. Не Сасакел, им был его фамилию, ему такую дали. И вот когда Джахнава Васуда выросли, Сурьядас подумал, они так прекрасны. Кому же отдать их в жены? И вот однажды он, ему во сне явился Нитьянанда, сияющий, подобен Ананда Деву. И кто-то посоветовал, что можно предложить своих дочерей ему в качестве жен. Они его шакти, так или иначе. Какие-то глупые люди говорят жены, но Адвайта Гасай никогда не жил. Это его вечные шакти. Кто-то. Это шакти Адвайта Гасая. И вот он женился на Джахнави и Сити. Ну, в общем, женился на их обоих. Они все его шакти. И также Васуда и Джахнава. Жены неправильно говорит шакти Нитьянанда. Я был в том месте, где они женились. Так много произошло после этого. Кто-то говорит, что Джахнава старше. Она взяла на себя ответственность за проповедь от имени Нитьянанды. И Васуда. Она явила
лилу домохозяйки, их сын у них был Вирабадра, и Джахнамата Такурани, она жила как саньяси. И вот это Гуптипара. И вот в Навадвипе перед Калной Гуптипара деревню. И вот это Шрипад Джахнуи Мата Такурани. И вот когда Джахнуи Мата Такурани отправилась в Вриндаван, Кришна Баларам в форме божеств пришли сюда, в Гуптипару. И с оттуда Джахнавапад. Откуда наш Бхактиван Такур явил лилу, принятие дикши, ну, а то есть сампрадая, но опять же, лилу принятия именно, и без Джахны Маты Такурани мы, что бы мы делали, было бы тьма везде, если я буду говорить о ее великом вкладе. Хотя вклад тоже не совсем правильное слово, поскольку шакти, шакти матур обет в соответствии с Веданта сутрой, шакти не отличается от шактимана, от обладателя шакти. И таким образом я могу с уверенностью сказать, что Нитьянанда Прабху был также в Расалиле Кришны в форме Джахнави Такурани, Ананга Манджари. И вот так много случаев. Джахнави Такурани, она Кетури было. Мы не можем найти самадхи Нитьянанды Гуранги, поскольку все они уж скрылись. Даже Нарутам Такур. Нарутам Такур, он был помещен в Гангу, Ганга Нарайанам Чакравати. И наш Нарутам Такур явил лилу паралича. Сел на Ганге, поклонился Ганге. И его ученики повалили водой, он явил лилу того, как он буквально растаял и так слился с водой, с Гангой. Поэтому самадхи его не осталось. Но пупушка самадхи только каких-то цветов, которые ему предлагали. Джахнави тоже. И вот сегодня я говорил о Рамачандре, поскольку день явления Ситы я не планирую, так, по милости Бхагавана. Если что-то приходит, я говорю об этом, это так или иначе связано с текущей ситуацией. И вот Джахнави Такурани, когда отправилась во Вриндаван совершать парикраму Двадашаван, то все, кто нет, все саду, как Джива Госвами Пад, они пришли поклониться ей, поскольку они знают, что Джахнавая Такурани — это шакти. Очень важное. Баладева — две шакти, Ревати и Варуни. То есть Баладева тоже две жены, две шакти, Ревати и Варуни.
Варуни этого суда, а Ревати Джахнави. И также Ревати. И также я вынужден сказать, что Джахнава Такурани пришла в форме Ананга Манджари. И вот когда второй раз, когда Джахнава Такурани отправилась во Вриндаван, когда совершали парикраму Радха Гопинатха, в то время Кришна он взял за одежду, но Гопинатх он так зацепил ее одежду, и Джахнава Такурани она слилась с Гопинатхом, и таким образом ушла из этого мира, как Вишну при она слилась с Божеством Дамешвара. И таким образом Джахнава Такурани ушла из этого материального мира, оставив нас. Каждую часть секунды мы должны молиться о ее милости. В какой-то день я более подробно расскажу о том, как она хотела помочь этому вайшнавскому обществу. Как в Кетури, например, она была главная в том служении под ее руководством, кто нет, все из Вриндавана и с других мест, все вайшнав. Кто нет, все тысячи преданных Сантоши-дата. В Вайшнава Шастра говорится на Бутам на Бхавишьяте. Такой праздник во всем творении никогда его не было и не будет в будущем. Джахнава Такурани, она была главная там, и вот это в процессе установили шесть божеств. И Джахнава Такурани, она сама готовила и предлагала Бхагавану. И это Джахнава Такурани, она взяла на себя ответственность распространить, раздать просад среди всех гостей. А их там было много. Если не миллион, то около того. И вот если Джахнава Такурани придет и благословит меня, я молюсь об этом. И вот она раздавала просад преданным, все преданные танцевали от радости. От самой Ананга Манджари они радовались, что, и мы радуемся, что мы очень удачливы, что мы находимся в Гаудия Сампрадае. Я горжусь тем, что я из Гаудия Матха, это счастье не сравнить ни с чем. И вот я прошу милости у Шакти Нитьянанды, у Шакти Рамачандры. Кто-то спрашивал, можно ли обходить мандир, когда Господь якобы спит, но Нарисимха, он всегда начеку.
И поэтому можно, вне зависимости от того, открыл Пуджари мандир или не открыл. С великим энтузиазмом. Если кто-то развил какую-то слабость, я почувствую. И все равно мы должны совершать служение.